Тем временем в управлении Роспотребнадзора заявили о прибывших в Новосибирск из Киргизии пассажиров с COVID-19. 9 человек прибыли в аэропорт Толмачёво из Бишкека еще 23 июля, но именно сегодня стали известны результаты тестов. Все зараженные переносят болезнь бессимптомно и находятся в обсерваторе. Добавлю, за последние сутки на территории региона выявили еще 104 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.